Васюганские болота. Тайны, что скрывают самые крупные топи в мире. Большое Васюганское болото – это гигантская гидрологическая система, расположенная в Западной Сибири. Заболоченные территории тянутся более чем на 960 километров, охватывая север Новосибирской и юг Томской, а также северо-восток Омской области. Размером с европейское государство. Площадь Васюганских топей составляет более 53 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Швейцарии и Словакии. Болото возникло около 10 тысяч лет назад и расширяется по сей день. За последние 500 лет площадь топей увеличилась в 4 раза. Трясина постепенно поглощает окрестности, подобно пескам пустыни. Этому процессу способствует благоприятный климат и особенности местного рельефа. Безбрежные топи почти безлюдны. Деревни по берегам вымирают. Об их существовании напоминают лишь полуразвалившиеся постройки. Люди с болот. Но когда-то Васюганские топи были населены. Древние люди обитали в полуземлянках, разводили скот, охотились в тундре, ловили рыбу. Ученые относят этих жителей болот к представителям Усть-Тартасской, Одиновской и Кротовской культур, существовавших в XVI-X веках до нашей эры. Болотные люди умели изготавливать бронзовые кинжалы и предметы культа, костяные украшения, булавы из мрамора. На берегу реки Варен-Игай, левый приток реки Васюгана, в 1968 году археологи обнаружили личины Васюганья – бронзовые бляхи с изображением человеческого лица, датированные серединой первого тысячелетия нашей эры. Предполагается, что это маски для ритуальных кукол, изображавших духов умерших сородичей. После смерти человека северные народы изготавливали деревянную или тряпичную фигурку и надевали ей на лицо маску. Обряд должен был уберечь от зла родню умершего. Искатели рая на земле. На Васюганских болотах в начале 20 века, в 1903-1908 годах, жили старообрядцы. Эти люди пришли в Васюганье в поисках земли обетованной, мистического беловодья. Глухой на Рымской тайге переселенцы надеялись укрыться от преследований церкви и светской власти. По верховью Васюгана и впадающих в него речушек староверы построили дома, завели скотину, разбили пашни. Через трясины протянулись незаметные чужому глазу тропы. В 30-е годы по этим тайным маршрутам уходили из неволи ссыльные, рискуя навечно остаться в коварных Васюганских болотах. Сейчас о старообрядческих поселениях в Васюганах ничего не известно. Геологи в 80-е годы обнаружили заброшенные скиты в Каргасокском районе. Возможно, последние их обитатели умерли или переселились в деревни. По диким лесам Васюгана. В 19 веке в окруженный непроходимыми топями на Рымский край Томской губернии ссылали за политические преступления. К 1909 году в Нарым этапировали около 3000 революционеров. Летом 1912-го в поселение прибыл Иосиф Джугашвили, Сталин. Но уже через месяц бежал из ссылки. В гиблый край водворялись на поселение известные политические деятели своего времени – Куйбышев, Яковлев, Косарев. С 1930 по 1936 годы, когда Сталин занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, число жителей Нарыма увеличилось с 89 тысяч до 234 тысяч человек. Советская власть сгоняла в этот край кулаков с семьями и врагов народа со всего СССР. Гигантский природный рефрижератор. Самая большая по площади топь в мире играет колоссальную роль в регуляции климата. Есть устойчивое мнение, что болота, расположенные на юге Западной Сибири, снижают температуру атмосферы. Васюганские трясины активно поглощают углерод, находящийся в составе углекислого газа. Этот процесс снижает парниковый эффект и способствует охлаждению планеты. Ученые выяснили, что трава удерживает углерод всего около 5 лет, леса в среднем 150 лет. Затем этот элемент вновь возвращается в атмосферу. Торфяные болота удаляют углерод из окружающей среды на тысячелетия. Эти холодильники планетарного масштаба важно сберечь от разрушающего антропогенного воздействия. Поэтому в 2006 году был учрежден заказник между Обью и Иртышом, а в сентябре 2017 года создан заповедник Васюганский. Новый природоохранный статус территории позволил ограничить промышленность и урегулировать туризм. С 2007 года Васюганские болота были выдвинуты на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Опытные туристы советуют обходить стороной любые болота. Васюганы не исключение. Путешественники без проводника рискуют остаться в трясине навечно, превратившись в мумию. В сфагнуме нет бактерий и микроорганизмов, а значит нет и разложения. Болотных мумий в торфяниках Васюгана до сих пор не находили. Но это только потому, что Васюганский торф не востребован.
пока не востребован.